Всем привет, вы на канале Мама Яна. Сегодня мы играем в Листинг Симулятор 2. Тут мы можем прокачиваться разными предметами, бить и топать. Все функции, как в Листинг Симулятор. Давайте это все продадим. Магнитик подъем, да. Тут я ветка и размер. То есть, там ДНА 20. Ну, все как бы изначально как в Листинг Симулятор. Так, давайте в шопик зайдем. Байбрейд. Так, тут лава Исланд, что-то такое. Бранч. Ну, давайте. Бутылка, да, в принципе, тоже. Так, ого. Ну и ветище, конечно. Ну и ветка. Так, апгрейд плее. Нормал аурас. Я думаю, давайте будем до 150, это купим что-нибудь. Так, это Зарумакс, Электрикал Эк. О, давайте ежедневную награду соберем. Сколько нам дадут? Ого! 2.01. Вау, ну много. Да, это нормально, со мной же сразу подписчики, ребята, играют. Вау, я ничего не нажал, buy all. Ребят, сори. Я вот это на самом деле хотел купить. Вау, Кайберг. Вау. Так, все, давайте. Давайте. Вот так вот будем все это покупать. Все, так. Давайте. Все, и последний занос. Да, соглашусь сразу, костюм какой-то странный. Ну что ж поделать? Это плюха такая. Плюха. Так, тут что за яйца? 10-ка. Ну давайте яйцо откроем. И это же Беа! И давайте еще раз его откроем. И это... Доги! Док. Так, давайте. Так, док бьем. То есть мне 40% было. Так, экьюб. Так. Давайте. Так, пояс. Buy all. Вау, я каким-то высоким стал. Уже не мирным. Вау. Ну и множитель, конечно. У нас тут вау. Неплохой. Давайте. Так, руки. Так, нормал. Так, давайте. А что если мы вот это возьмем? Ассасин. Байол. Самурай. Так. А давайте ассасина возьмем. Нормала. Так, ладно. Теперь самурай просто берем. Я футбольный самурай. Я футболист. Нет, я самурай, который увлекается футболом. Вы скажете, чё, ты нормальный вообще? Ты же ненормальный. Так. Нет, ну все не тут-то было. Я нормальный. Так, ребят, давайте. Пойдемте яйцо купим. Да. Яйцо. Спайкек. Так, следующее за 150-ка. Так что давайте купим Е. И, пожалуйста, выпади легендарный. Там, Йети. Йети, это что-то странное означает. Нет, 50% мой. Так. Вау. Вообще мне... Так, 1, 2, 2, 6. Так, ну, естественно, вот этого сниму, доги. Ну, то, что тут такое ограничение, это, конечно, жаль. Ладно, давайте, футболист-самурай.
Да, футболист-самурай. Футболист-самурай. Так. Ах, так, а что я за 10? А, да. Так, ребята, значит, извините, я заговорился немного. Так, мы идем в шопик. Шоп. Ну и гигантично. Гигантский. Вау. Сонд Экспириент. Так, ну давайте, я уже высокий довольно-таки, я думаю. Ну и ну. Он чем кончается вообще? Я вообще не могу понять. Вау, солдат, солдат. Так. Ну и давайте так. Давайте. То-то-то-то-но-но-но-но-но-но. Так. Так, ладно, давайте босса немного. Вау, с него можно снижать, неплохо так зарабатывать. Ну ладно. Так, стоп. Так, вау, я 100к, ребята, получил. Что? Это что-то вообще, я не понимаю. 100к. Можно просто так получить. На изи. Оказывается, 100к можно просто на изи получить. Так. Почти гантельку купил. Вау. Это что, 700? Ладно, давайте. Давайте, так, так, так. Эх. Солди за 7к сейчас тоже куплю. Так, а что? А что они дают вообще? Вот это. Абулет плея. А, они денег. Они денежки дают. Я даже не понял это сразу. Они нам денежки дают. Очень высокие, ребята. Очень хорошие, причем денежки. Ну, давай ауры все купим. А, все ауры. Так, in safe zone, да. Мы в safe zone. Вау. Уж очень ауры тут дорогие-то. Ну вот, бег я хотел. Бег мне нравится бег. На, на, давайте, давайте. На, на. Так, давайте дамажим его просто. И да, это мой первый килл в этой игре. Так, так. Так, ну все, давайте все эти купим боди. Боди при плюшке. Так, и все. Вау. Посмотрите, какой вообще огроменный монстр. Не я какой-то. Огроменный монстр вообще. Так, ладно, ладно, ладно. Идемте купим еще. Вау, гантель такая большая. Так, что у нас в Тарх? 20 миллионов. Ого. Ого, 20 миллионов. В смысле? А, это следующая стадия. Так вот это как тут все условно. Так, так. Ну ладно, я высокий уже, кстати. А что тут за локация? Не могу понять. 5 миллиардов. А это за 15 миллионов. Ого, ну и денежата. Конечно. Ну ладно, давайте. Будем качаться пока что. Так, так, так. Вот этот флаг бы я хотел бы себе забрать, да. А что флаг бы? Давайте попробуем хотя бы, что он даст. Так, капторинг. 100%. Так, все, давайте, давайте. Вон, 26. И будем этот флаг охранять. Охранять. Да чтоб его никто не забрал. Тан-тан-на-нан. О, тут еще монеточки можно найти. Что за стартер пак? Limited time, and soon. Так, 15 минут.
Коинбус, 500 тысяч коинов, эксклюзив пэт. Бай. А что он дает? Что за эксклюзивный пэт? Не знаю. Ой-ой-ой. Это что за денежки? Да, какие-то денежки. Ладно. Мы почти уже весь инвентарь забили. И время вопросов. Сколько я получу денег? Интересно. 1 миллион! 1 миллион! 1 миллион! 1 миллион! Так, ладно. Конечно, я бы тут хотел еще предмет. Next time. 80к. Да, крупничок. Я большим стал. Вау. Вау, вот это очень хотел бы. В смысле? Так, стой. То есть вы хотите сказать? Это на что у меня денег, то есть хватает? Алфри бонус. Так, Twitter follow. Фри бонус, окей. Хорошо. Мне кажется, я быстрее как-то стал бегать. Да, быстрее как будто бы. Так, ну ладно, давайте. Я же нет хотел бы убить. Да мне нет сейчас надо. Это нет, сейчас не надо. Мне сейчас нужен совершенно другой. Игра, вы чё, серьезно? Ладно, ну мне. Это вот так работает. Ну вот смотрите, робот. Так, ладно. Так, кто со мной хочет подраться? Вау. Прям я не могу, это очень красиво, да? Так. Само собой говорится, это очень красиво. Так, ладно. На самом деле, мне немного тут дайте. На самом деле, посмотрите. Вот это я бы хотел очень сильно. Мне так нравится этот электрический робот, как будто. Так, 550-ка, 1 миллион. А 550-ка я бы мог купить, но прям сейчас не хочу как-то. Ну, я хотела бы за 1 миллион, да, вот это вот было бы классно. Так, что тут еще есть? А я больше ничего, что ли, не могу купить? Нет, стоп. Я же могу скорость купить. Да. Кстати, о скорости я и хотела сейчас поговорить. Байл. Да, вот это нормально. Вот это более-менее хотя бы скорость. Вот это мне нравится. Вот это вот скоростуха уже нормальная. Скорость. А может Петер, ребят? Да. Тут же Петер рулит. Давайте. Королевское яйцо, пожалуйста. Элберт. Вау, это популярное. Да, 20%. И сколько на... О май гад. Я даже немного не понял, это... По 3К разраб нормально, а что тогда? Вау! Мне это начало вообще нравиться, давайте. Вау, ребята! Только посмотрите на это!
Да, все ауру купили почти. Тут, о май. Оверлорд. Ладно. Да, я... Ой, я... Вообще... Лимит отдадите. Вот, ребята, вот, вот, королевская прокачка. Прям королевская прокачка. И бегаю со скоростью света, хотя это... Вау, вау. Да, да, прикольно, оверлорд. Прикольно, космик. Вау. Ау, вау, вау. Да, я понимаю, но вау. Ребята, я думала. А, вау. Это космическая характеристика. Просто я со скоростью света бегаю. Ну, не со скоростью света, но достаточно очень быстро. Я сейчас даже себе пэты за миллиона куплю. Двух причем. Yellow bird. Yellow, yellow. Та-да. Так, хотелось бы 5%-ного. White slime. White slime, ладно. Угу. Вау, ну все, ребята. Вы как прощаете. Прощайте, пэты. Вы мне больше не нужны. Спасибо, то, что служили мне. Ну, вот это вот царские пэты. Ну, и поскольку и пассивка. А зарабатываю я. Вау. Так, стойте. По 2 миллиона. Я же просто сейчас всю игру пройду. Амбитар. Вау. Просто, ребята, космические характеристики. Макси. И... Чего? Байол? Вы серьезно? В смысле байол? В смысле? Стойте, почему у меня они... Я немного не понял, а разработчика, почему у меня один пэт, а не два? Разработчик, а где пэт мой? Разработчик, вы нормальный? Ладно, ребят, я ничего не буду говорить. Просто вот так вот буду прокачиваться. Так. Все, все, все. Нет, ребят, ну прокачка, хочу сказать, просто космическая у меня сейчас. Это, я не знаю, прокачка космоса, что ли. Это очень быстро. Это прям... Вау, трофеи можно качать. Так, а, это у меня все. Да, у меня же все послетало. Все то, что я до этого покупал. Ну ладно. Так, с алдиром хоть стал. Тут пауром тоже хотя бы еще немного что-то пить. Солдат. Солдат! Ой, блин. Я снимаю. Что я... Котик и Громадский, я тебя просто не предал, я просто снимал. Я отвлекался. Я не видел тебя, просто прости. Так, так. Ладно, ребята. Все тут тоже покупаем. Смотрите, у меня какая гантеля. Раз и 39 Кати вам накачал. И сколько я получил? А получил, да, я 11 миллионов. Так, все. Мне нужна просто скорость, ребят. Скорость мне нужна. Сразу все прям купил. Прям сразу все. Все до единого.
Да. Много я чего купил. В смысле? Так. Watch. А, ребята. Ну, прокачка у меня просто космическая. 15 миллионов получил. Так, покупаем. Много бодисов. Да, и прокачиваемся, ребята. Это мега просто прокачка. Я не знаю эту прокачку, как еще можно назвать. 61 миллион. 60. 100 миллионов. Вы просто себе представьте, 100 миллионов. И вот я купил этого гиганта-робота. Вау. Ребята, вот смотрите, я купил этого гиганта-робота. Это просто все за одно видео. Я даже не представляю, как я быстро этот симулятор пройду. Наверное, со скоростью света, что ли. By all. А, Next Star. Так, что там у вас? 500 миллионов. Ну, конечно. Вот гантеля. Вот гантеля, ребята. Прям мега гантеля. 58-ка. А знаете что? Я на вот это яйцо надеюсь. Та-та-та-тан. Rainbow Vlog. Стоп, не кажется ли? А? Не, и сколько? Ну, не так-то и много, хочу сказать. Ну, нормально. И лабокс. Фоуникс. Какой-то фоуникс. Ну, с этим я еще более не уверен. 46. Ну, да ладно. Ребята, это просто что-то с чем-то. Я не знаю, это что вообще? Стоп. Стоп, ребята, что тут по телам? Тут же чемпион. 3-5 миллионов. Ну, ребята, мне это очень сильно нравится. Игра. Вы тоже поддержите лайком, если вам тоже понравилось. Плюс 27. И все. Так, все, давайте. Мой симулятор как бы, ну, очень быстро завершили. Ну, просто тут пэты прям гигантские, крутые. Очень крутые. Смотрите, как флаг замедлился. Так-так. Все. Так. И в озеро падаем. А, стоп. Тут по озеру можно идти. Та-та-та-та-на-на-на-на-на. Так, ладно. Ладно, хорошо, хорошо. Сейчас мы все... А, не, нельзя, нельзя. Ну, сами подумайте. Я даже не знаю, это как назвать, но я уже вторую стадию покупаю, это как? Эксперт 2 миллиарда. Ау, кубик Рубика какой-то. Ладно. Ничего не могу сказать. Тут нету такого же бага. А, нет. Нету. Давайте все. Быстрее, быстрее. Нет, давайте скорость с самого начала купим. С самого начала надо скорость хотя бы купить себе. Чуть-чуть побыстрее мы должны бегать. Чуть-чуть. Так, wait. Нет, вводи сначала. Вот. Вот, мы должны скорость себе купить. Без скорости, ребят, тут очень скучно. Вот это я дело понимаю. Так, теперь wait, тут все покупаем. Идем.
26. Просто я прохожу этот симулятор. Вот, вот, Байол. Тут тоже байол. Вау, танк. Ну, мы и большие, как бы. 72 размер. 90. Так, зачем? Я вообще не понимаю. Ну, котик громадский, пожалуйста, напиши под этим роликом. Я вообще сейчас просто робота, ребят. Включили. Анис. Ой, котик громадский, пожалуйста, напиши, потому что я сейчас не читаю. Так. Угу. Смотрите, мы... Это... А, это столбец? Столбец дорожный. Ого, что вы придумали, ребята. Ну, они придумали, разработчики, конечно, классно. Так. Все, теперь, пожалуйста, отдавай мне свой флаг. 78-90. Так, ладно, давай. Просто 2 миллиона. 2 миллиона, и мы покупаем следующий класс? Ну, чемпион. Ладно, ребят, на этом все. Кому все, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока. Если вы хотите продолжение, то наберите на этом ролике 30 лайков. Всем пока!